Здравствуйте, я Юрий Розанов. Приветствую вас на четвертьфинальном матче, соответственно, и как всегда, в компании Василия Соловьева. Здравствуйте, дорогие друзья. Четвертьфинал, прекрасная стадия, очень интересная. Волнение будет, хоть отбавляй, но не будет финального мандража. Пытался соперник выбить мяч в подкате, но тщетно. Уэйн Руни. Есть время, есть место. Удар! Перси. Мяч отобран у игрока, но еще, как говорится, не присвоенный другой команде. И вот он опять, Уэйн Руни. Мата. Прочитал он эту передачу и легко ее перехватил. Перси. Дани Алвес. Мата. Рамирес. Вот это мы и называем плотностью игры. Верхов на Ван Перси. Был рикошет, и мяч уже вне игры. Перси. Отскакивает мяч от игрока и уходит в аут. Это. Давид Луис. Пас не удался, и мяч уходит в аут. Рамирес. Дани Алвес. Мата. И, пожалуй, что можно бить, это органично будет смотреться. Если был бы свисток, был бы в пользу провинившихся. Давайте подождем, чем эпизод закончится, пока непонятно. Да Силва. Перси. Только до Алвеса долетает мне. Рамирес. Джера. Пауза в игре после судейского свистка. Ждем решения арбитра. Мяч отобран в середине поля. Матч. Абсолютно точно арбитр контролировал ситуацию, все видел и свистнул действительно, когда было нужно. Отлично выбрал позицию, совершил перехват. Сабарета. Такого стандарта вполне можно добиться успеха. Будет штрафной. Очень уверенно. Вратарь, вытянувшись в струну, мяч этот забирает. Рамирес. Ну и кто в штрафной? Старич.
И лишь слегка задевает. Может быть, замахиваться это было не так серьезно. Позиция-то была подходящая. Я вообще удивлен, что у него голова осталась на месте. Мата. Не надо смотреть. Не надо искать, этот пас отдать. Надо двигаться. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Защита для младенца. И атака не завершена. Положение вне игры. И вот он опять Уэйн Руни. И все-таки не упал. Молодец какой, не выключился из борьбы. Вот это матч, вот это игра. И покинул мяч пределы поля, уйдя за лицевую от ворот. Абсолютно точно нарушение, абсолютно точно грубое, абсолютно точно предупреждение. Был бы я арбитром, я не уверен, что удержал себя в красном. Встречать его уже поздновато, потому что сейчас будет удар. И летит Уэйн Руни. Дани Алвес. Леном. Подает штрафную. Партнер по команде получает мяч. И что же будет делать? Судья ставит пенальти. И вот он делает на 10-метровой. Угловой будет понят. На табло нули. Впечатление такое, что в этом матче может произойти все, что угодно. На самом деле, отнюдь не в карте. Итак, вторая половина игры. Свисток арбитра. Поехали. И Уэйн Руни. Пошла борьба. Плотность игры — непременная составляющая футбольного матча. Игрок поспешил и залез в офсайд. Дани Алвес. Леном. Тут можно сказать, что и на коротке. Классика отбора мяча продемонстрирована нам. Рамирес. Классная передача. И классическим подкатом отбирает защитник. Перси. Досила. Здорово. Выбрал позицию, прочитал передачу, совершил перехват. Дани Алвес. Если тот, кто выполняет подкат, не прав. А вот удар. Это был шикарный шанс выйти вперед. Агуэра.
верха на Ван Перси. Давид Луис. Мяч в центральной зоне, перехват. Перси. Совершил перехват. Не может атакующая сторона эти оборонительные редуты преодолеть. Но, во всяком случае, вот в этой атаке. Правильное решение арбитра. Абсолютно точно арбитр контролировал ситуацию. Все видел и свистнул, действительно, когда было нужно. И арбитр спешит к месту события с желтым квадратиком в руке. Сабареда. Мата. Великолепное исполнение паса. Ну, забивай. Надо всегда закладываться, когда делаешь навес, что если вратарь хорош на выходах, то больше половины мячей будут его. Да, Толь. Это шанс. Не удалось забить, и выйти вперед тоже не удалось. Совершенно логичное решение. Тут головой нужно было играть, так и сыграно. Не удается ухватить мяч. Судья фиксирует нарушение, и штрафной будет очень опасно. Свободный удар судья, понятно, назначает, но желтой карточки нет. Это хорошо, хорошо для игрока. Вот сколько раз сегодня нарушались правила. Будет штрафной. Если будет еще один такой штрафной, думаю, он попадет, потому что прицел почти уже доведен. Да, но пока мимо, друзья. И игрок с мячом выходит на позицию, с которой можно к воротам пробить. И вместе с камерой отправляемся в штрафную. Кто там готов пас принять? Вариант возобновления и наоборот движение от Альфиала. Чем хуже? Агуэра. И вот он опять Уэйн Руни. Давид Луис. И летит Уэйн Руни. Леном. Пожалуй, нарушение правил зафиксировал арбитр. Впрочем, подождем, что он решит. Рамирес. И игра продолжится после выведения мяча из-за боковой линии. Дани Алвес. Последние минуты, равенство на табло. Самое интересное, что есть в футболе. И это Стивен Джерард. Вверх на Перси. Перси. Хочет выйти вперед, но вратарь берет этот мяч, и все надо начинать сначала. Рамирес. Хорошее видение и понимание игры демонстрирует футболист. Мяч перехват. Думаю, надо бить и забивать.
но победитель должен быть выявлен. Правилами футбола все это учтено. Начинается дополнительное время. Ничейный счет на табло, ну а при каком же еще он может быть? Намного ближе вратарь к мячу, чем любой из соперников. Конечно, это мяч его. Рамирес. Вот это мы и называем плотностью игры. Здорово. Выбрал позицию, прочитал передачу, совершил перехват. Свободный удар с угла вратарской. Разыграет защита. Мата. Отличная передача. Выжил игрок и будет продолжать этот матч, хотя, в принципе, он сам себе сейчас очень здорово рисковал навредить. Ну и не только себе, себе-то ладно, это частное дело, команде навредить. Такое впечатление, что вот это нарушение на него прям такое принципиальное. Вот надо обязательно его повернуть соперника. Кто его знает, Космичев-то окажется в этой ситуации. Верховой пас на Руни. Некое подобие стенки. Ну и что? 15 минут всего и осталось играть. Да? Все, что за рамками овертайма, это уже не беготня на фоне грандиозного скалы. И если пробьет отсюда, может быть очень опасно. Защитников похвали. Ну, в общем-то, атакующие добрались уже, кажется, до цели. Но, ну, давай! Мяч в центральной зоне, перехват. Рамирес. Обратная передача. Агуэра. Ван Перси. Идет игрок в подкат, по-моему, не нарушая правил. Мяч забирает. Нет, мячу до ворот не дойти, похоже. Считаю, что серия пенальти как минимум не исключена, а если более радикально, то она очень и очень вероятна. Прессинг. Жесткий прессинг со стороны обороны. Вот причина того, что игрок атакующей команды упустил мяч за боковую линию. Тоже, между прочим, вариант возобновления или наоборот продолжения атаки. Чем хуже? И вот судейский свисток. Что он показывает, арбитр? И пожалуй, что можно.
И можно очень здорово развернуть исход встречи этим моментом. И он выиграл эту войну нервов и взял пенальти. Удар и гол. Одно дело бить пенальти на тренировках, другое дело вот в такой ситуации, когда промах хоронит твою команду. Это просто нормально. Пробивает пенальти, игрок вратаря шансов практически нет. И давайте попробуем пропустить все через себя. Если может сейчас игрок, то команда проигрывает. И я так скажу, вратарь заставил соперника занервничать. Забить наверняка. А здесь не обязательно в самый угол. Здесь надо в рамку попадать достаточно. Может быть, и не надо было прям буквально по планку метить, да? Удар! Точно. Я думаю, тут не достаточно. Так надо, все понимают. Право промахнуться не имеет игрок, и поэтому, конечно, давление на него колоссальное. Очень уверенно.